Да, погода сегодня у нас прям вообще разошлась. Целый день солнышко светило, и под вечер, здрасте, тебе повалил снег. В общем, сегодня какая история получилась. С утра начал выезжать со стоянки, и когда руль поворачиваешь на ходу вправо, такой какой-то гул появился, непонятный, вот гудит прям. Маленький-маленький такой звук, я его услышал. Потом, когда выезжал уже на трассу, то есть был резкий поворот влево, тоже появился такой гул. Вот что, кто, куда, зачем. И вот сейчас на поворотах в левую сторону тоже происходит гул. Так же, когда сдаешь назад. Вроде как получается, что ступичный подшипник. Не могу точно как бы сказать, что ступичный подшипник, но похоже на него. А с левой стороны я менял ступичный подшипник, это было 3 года назад. Вот 3 года он отходил. Покупал я китайский аналог, не японский. Вот, в общем, 3 года отходил такой вот подшипник. Да, кстати, вот прям вообще метет. Заметает по полной программе. Не знаю, будет видно вам, не будет, но вот такой снежочек приятный падает. Такой первый день после Нового года. Ну, мы, в принципе, после Нового года как бы-то и сильно-то и не расстроились, что каникулы кончились. У нас, в принципе, план работы-то такой, что мы работаем дома, поэтому мы сильно и не чувствуем, что вот закончились выходные, и надо вот вроде как выдвигаться на работу. Для тех, кто любит утренние вложики, так называемые доброе утрище. Доброе утрище. Возобновляем рубрику. Народ гуляет. Не знаю, что-то как-то плоховато видно. Темно уже. Вроде время-то 7 часов, и все вот как-то так выглядит. Кстати, молодцы, убрали город, вообще красавчики. А в центре не могу понять, вот постоянно стоят лужи, неважно, там 17 градусов, 20, 25, постоянно. Я не знаю, какой-то новый реагент в Омске используют. И вот как на левом берегу этого нет, а вот в центре города, да, серьезно. Подошли к вопросу уборочки. Ну и тут тоже, кстати, в принципе, нормально. О, Равчик, может быть, даже из нашего клуба. Что-то он как-то присел. Или мне кажется. Нет, что-то он подприсел на левое. Вот дядька вообще. Вот таких вот дядек куча. Залез непонятно как, непонятно куда, непонятно зачем. И поехал 142 регион. А сейчас, в принципе, непонятно, кто откуда. Это раньше можно было там, как бы, 55-й Омск, 54-й Новосибирск. Вот, кстати, сейчас повернул, нету гула. Ну, вроде как, ребята в группе отписали, что это все-таки ступичный подшипник. Ну, будем посмотреть. Дядьки стоят, уже кого-то ждут. Здесь обычно вот прямо стоят машины. Я долгое время не мог понять, что это такое. Стоит постоянно, и там кто-то сидит. А это, оказывается, дорожная полиция. И вот они вот в этом месте постоянно сидят. Но сегодня почему-то их нет. Так, друзья, ну что, я вам могу сказать. Ежедневные стримы мы запустили. Также запускаем рубрику «Доброе утрище». Ну и, в принципе, будем записывать вложики такие домашние. Не знаю, вроде как понедельник, среда, пятница, но посмотрим. Так, меня прервали чуть-чуть, позвонили по поводу переезда. Тоже наши друзья переезжают, поэтому вроде как хотят скооперироваться. И по поводу переезда, в общем, было общение такое. В общем, ребята, я вам такую маленькую аналитику сделал. Такое маленькое объявление, что все будет супер-пупер. Так что не теряемся, возобновляем наш канал и возобновляем стримы. Давайте, все, всем пока.